Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим автомобильный компрессор от компании Intertool, модель AC0003. Поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию его. Так, здесь у нас шланг идет. Длина шланга может достигать до 2 метров, если его растянуть. Сумочка, чехол, такая вот тряпчатая. Так, и здесь находится сам компрессор. Есть также дополнительные насадки, игла для накачивания колес и три колпачка запасных, инструкция и гарантийный талон. Переходник также есть. Питается данный компрессор от прикуривателя, но есть переходник, с помощью которого можно будет напрямую подсоединить на клеммы аккумулятора. Сам компрессор полностью из пластика, корпус сделан, манометр имеется, максимальное давление 7 атмосфер выдает данный компрессор. Шланг имеется также, длина шланга 60 сантиметров, ну и плюс еще спиральный шланг имеется. Подключается это все на питание 12 вольт через прикуриватель, длина капеля 3 метра идет. Есть фонарь также имеется, клавиша для переключения режима фонаря, ну и кнопка включения-выключения самого компрессора. Производительность компрессора составляет 40 литров в минуту. Вот сейчас давайте мы подключим компрессор на питание и посмотрим, как он будет работать. Не сильно громко, но в то же время мощно работает. И вот у нас включается, переключаются режимы фонарика. При покупке такого компрессора на него распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.